вечер, Полтава, 6 января, 9 часов 5 минут, снег, снегопад. Я выезжаю на... выезжаю, сейчас друг, может, пообещал, подъедет, заберет, проехаться по городу и посмотреть. Ну, пока что вот вижу, что, в частности, Энгельса не чищена. Ну, 9 часов вечера. Лиха беда начала. Посмотрим, что будет дальше. Сейчас я нахожусь на Бирюзово. Сейчас скажу точно время, даже где-то 9:30. Друг, спасибо ему, подвез меня. 21:38. Я вижу возле пожарки, значит, три машины полиции. И вижу, группируется какая-то группа. Я хочу вам показать, что происходит, чтобы потом не говорили, что врём там или еще что-нибудь. Ну, вижу четыре машины. Сейчас поспрашиваю мужиков, какие задачи. Вижу еще вот два легких трактора. Чепурко. Сейчас собираются весь транспорт, будут делать летучку, кто куда что, и пошли. Три машины полицейских будут сопровождать. Вот вижу, еще техника подходит. О, да тут прилично. Вот за углом вот легкие трактора. Я вижу 11 единиц техники, это, говорят, еще не вся. О, вот 12-й подошел. Сейчас будут съезжаться здесь. Эти пошли в сторону центра, я вижу. Там Зиньковская, наверное, будет. Обещали мне на Яковчанскую заехать тоже. Здесь я вижу тоже. Обсуждают сторону ГРЛ, сейчас будут идти машины. И оттуда потом на Бирюзово вернуться и туда, в сторону Половопова. Полицейским тоже дают какие-то координацию действий. Зачищаем заездом на Киевский вокзал. Заездом на Киевский вокзал. Зачищается цей кусок, а потом через Захтяб. Еще машина. Там еще трактора. Сейчас планерочка. Еще бригада пошла в сторону центра, и смотрю, вон еще машины подходят, большие КРАЗы, базы. КРАЗ, ага, вот вижу еще один. Я вижу, 4 единицы пошло, подбирают, и сразу же за ними идет машина, посыпает песочно-солевой смесью. Ну, наверное, так правильно. Люди знают, что делают.
Сейчас на часах 22 часа 20 минут. Улица Зиньковская, пятница, 6 января 2017 года. Ну вот, в сопровождении полицейских мы видим, что происходит здесь. Зиньковская пристойная на данную минуту. Дальше будем смотреть. Кавалькада пришла на Киевский вокзал, пытается здесь подчистить все. Но особо им это не удастся, по-видимому, машин достаточно стоит по обочинам. И всем срочно сюда надо заехать почему-то. Ну все, ну, тяжело осуждать людей и в то же время. Чтобы отъехали, максимально, чтобы была возможность почистить. Тут и людям надо бегать срочно. Маленькие трактора активно все делают. Сейчас здесь будет чистенько. Ну вот, основная наша центральная улица Соборности, да, она считается, Октябрьская. Ну, чистенькая, аккуратненькая на данную минуту. А тут вообще по кольцу, ну, немножко не голый асфальт. То есть здесь почищено и посыпано заодно. Получается вот такая чистота. Ну, дай бог, чтобы удалось так это, да, до утра. Но будем стараться. 22.50, Бирюзова. Я вижу, что в обе стороны, похоже, чистенькая, аккуратненькая. Ну, работу видно. Вот мы проехали, посмотрели, тоже уже вычищено все. Идеально. Видим мост на Половки, тоже уже почищено. 11 часов вечера. Возле автовокзала я бачу, сейчас колонна идет. А. Пошли на Калинина. Тут прилично почищено, все, молодцы. Четыре машины захватывают больше половины дороги. 23 час ночи, мы идем за кавалькадой, за машинами, которые чистят. И отлично видно, что противоположная сторона тоже почищена. В принципе, дорога в отличном состоянии получается на данную минуту. И мокро там. Да, и там уже мокро, то есть посыпано уже. Подчеркиваю, скоро 12, сегодня 6 число, 7 еще не наступило. Сейчас на часах 23.40. Октябрьская вторая сторона пошла чиститься. Перед этим была та сторона, сейчас вторая. Видимо, перед нами машины прошли в сторону Левады, мы на Каменке едем. Но здесь чисто на данный момент.
действительно щетками вычищено до такой степени. Голый асфальт. Типа мира мы как раз пересекли. Пошли трактора. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ого. Шесть тракторов. Ну и Леваду не забываем, да? Чистят практически на всю ширину. Сторона мира тоже уже вычищена. Идеально причем. Хорошо. Сейчас первый час ночи. Мы находимся на Леваде, в районе конечной остановки. Здесь встретили опять трактора. 6 единиц. Раз, два, три, четыре, пять. 6 единиц идут и полностью расчищают, но чтобы было понятно результаты их работы. Вот видите, я выхожу на дорогу. Здесь все чисто после их проезда. Сейчас еще я вам покажу, что думаю, что до того происходит. Я фонарь выключу, чтобы не светить. Аккуратно. Ну, до утра, по-видимому, придется еще здесь прочищать. Снег идет. Снегопад откровенный. Пошла через мост и, по-видимому, на Южный вокзал буду чистить. Сейчас посмотрим. Да, идут прямо. Но я вижу, вокруг вот этого парка на Южном вокзале буду чистить. Но примечательно другое. Здесь стоит ряд машин, которые не дадут идеально вычистить вокруг. Ну, сейчас я вам покажу, вы поймете, о чем речь. Вот одна машина. И вот вторая машина стоит. Это с этой стороны. С той стороны машины торговцев стоят. То есть та же самая эпопея. И что ты с этим сделаешь? Да ничего. Ряд торговых машин стоит. Ну и вон легковая тоже.